Три раза в год мы читаем из Тора 10 заповедей. Например, в ближайший шаббат, глава Йитро, книга Шмот, в праздник Шавуот, праздник дарования Тора, и в книге Дворим, глава Ваэтханан, после 9 ава, мы тоже всегда читаем 10 заповедей из Тора. Давайте немножко сегодня поговорим об этой особой событии, которое происходит три раза в год. Чтение в Тора 10 заповедей, особых поведения в этой чтении и какие еще вещи, которые наверняка не все знают, связаны с особой отношением еврейского народа к этой важнейшей главе в Тора 10 заповедей. Сегодня мы с вами находимся в особый день, это день 22 швата. Это годовщина Ребе Цанхая Мушка Шнеерсон, жена Лубавичской Ребе, она вернула свою душу Всевышнему 1748 год. В этот год я был еще студентом в центральной ешиве Хабад в 770, и поэтому события этого дня стоят против моих глаз, и каждый год, когда наступает этот день Йорцайт Ребцен, я все помню, снова воспоминается у меня все, что тогда было. И поэтому я уверен, что Ребцен, она будет для нас самой лучшей просителю Всевышнего в этот день, чтобы мы все были благословлены у Всевышнего во все, что нам надо. Пусть этот сегодняшний урок будет за подъем ее душа, Ребе Цанхая Мушка Шнеерсон. 10 заповедей мы начали особой очень глава в Тора. Почему действительно существует такое обычай, что когда мы читаем в Тора 10 заповедей в эти три упоминатые даты, вся община должна встать и слушать 10 заповедей стоя? Что в этом так особо? Есть интересная мишна. В Мишнайот, в том Тамид, пятая глава. Мишна рассказывает нам такую вещь, что во время, когда существовал храм, 10 заповедей читали не только три раза в год в чтении Тора. Каждый день, каждый утром. В храм, когда коханим вели утренние молитвы, перед чтением Шма, утренней Шма, что они читали все вместе? 10 заповедей. Годами. Объясняет Рамбам в своем комментарии на Мишна, что поскольку 10 заповедей это такая важная вещь, это основа нашей религии, это начало нашей религии, поэтому было такое поведение в храм и в Иерусалим. Дальше мы читаем и в Талмуд, в том Брахот, 12 лист и в том Брахот. Талмуд нам рассказывает еще один вещь, что не только в храм, были мудрецы, рав Иуда рассказывает, что были мудрецы, которые хотели во всех городов Израиль, это называется Гвулин, чтобы и там будут читать в порядок каждое утро на молитву перед Шма 10 заповедей. Они взяли, если логика такая правильная и существует, и существует в поведении коханим в храм, почему бы не распространять этого по всех городов Израиль? И пришли еще мудрецы уже во время, после разрушения первого храма, когда мы были в изгнании в Бавилон, и в Бавилон жили очень много евреев, тем более в города как Сура и Нехарда. И пришли, они говорили, давайте и у нас, чтобы каждый утром, во время утренней молитвы шахарит, перед чтение Шма, внесем в порядок в текст молитвы, чтение 10 заповедей. Но это не получилось сделать. Большинство мудрецы категорически были против этого. Почему? Они побоялись, Тараши комментирует очень красиво, они побоялись, что если мы будем отдавать особое внимание именно к 10 заповедей, что эти 10 заповедей мы каждый день читаем на молитве, придут другие люди и скажут нет. Это знак о том, что единственные правильные вещи в Тора это именно 10 заповедей, поскольку а в этом мы услышали голос Бога. А другие части Тора, это сам Моше от себя сказал, и это не дай Бог, не идет от верху, не идет от Всевышнего. И чтобы не были у людей такие мысли, чтобы не могли ошибиться в такой ошибке,
запретили мудрецы распространять по всему Израиль и в городов Бавилон эту обича от чтения 10 заповедей в порядок молитва шахарит каждый день. Вместе с тем, 700 лет назад, в город Барселона, в Испании, мы читаем еще одну попытку обновить эту обичу, чтобы евреи должны, чтобы евреи помнили о 10 заповедей, и чтобы каждый утром на молитва перед чтением Шма читали 10 заповедей. Но тогда тоже не получилось. Известный мудрец Раби Шломо бен Адерет, Рашбо, написал сразу письмо и категорически запретил делать этого по этой же причине, которую написали мудрецы в Талмуд, чтобы это не, что это не доведет нам до ошибки, подумать, что это отличается от других частей в Тора, что это какой-то особый часть в Тора, тогда можно будет сказать другие части Тора. Возможно, это от Моше, не дай Бог, и не от верху. Поэтому Рашбо, Раби Шломо бен Адерет, 700 лет назад в Барселоне, тоже запретил это и поведение. Но это касается читать это в миньян, читать это в порядок молитва, когда все в миньян молятся в синагоге. Что, если будем читать 10 заповедей, каждый про себя, то, что называется би-ехидут, каждый про себя будет читать 10 заповедей. Баал ха-Турим, известный рабейну Яков бен Ашер, который написал книгу «Четыре турим», и поэтому его называют все Баал ха-Турим, он тоже вернул свою душу в Испанию 678 лет тому назад, он пишет, да, это отличается. Если речь идет о том, что каждый про себя прочтет каждый утром перед молитвой 10 заповедей, это хорошо, это даже хорошая идея, и он поддержал такую идею. То есть он разделил между чтением 10 заповедей в миньян, что это входит как официальная часть молитвы, это, конечно, мудрецы Талмуд запретили, и Рашбо запретил, но это Баал ха-Турим разрешал. Также 250 лет после Рашбо был известный мудрец, он жил в Лемберг, звали его Раби Шломо Лурья, он известен как Махаршал. Он пишет о том, что он сам читает 10 заповедей каждое утро перед началом молитвы. И он говорит, что это очень важно, это почет к Тора и почет Всевышнего, что эти 10 заповедей сам Бог их написал, мы должны об этом помнить каждый день. И по его причине тоже он говорит, я это не читаю как официальная часть молитвы, что когда, не дай Бог, существует это сомнение, чтобы кто-то будет давать неправильный комментарий к этот факт. Когда я это читаю про себя, это другое отношение. И действительно, Раби Йосеф Каро, Бет Йосеф известный, который жил в городе Цфат 450 лет тому назад, написал Шулхан Арух, он пишет о том, что читать 10 заповедей каждый день про себя, конечно, можно и это даже хорошо, но читать в молитва в цибур, это нельзя, поскольку мудрецы это запретили. Но когда мы читаем про себя, тогда нет такое сомнение, тогда отсутствует это и сомнение, чтобы кто-то будет комментировать неправильно то, что мы этого читаем. И также были разные мнения всегда в отношении чтения 10 заповедей каждый день. По факту, мы не видим по сегодняшний день, что читают 10 заповедей каждый утром. Наверняка сомнения мудрецы, которые началась еще в годы Талмуд, победила, и мы не читаем 10 заповедей каждый день перед молитвой, даже про себя. Но что в отношении чтения в Тора 10 заповедей? Как мы упоминали, тогда мы выделяем особое внимание чтения 10 заповедей. Да? Все должны стать, стоя слушать 10 заповедей. Что в отношении этого? Разве здесь не существует сомнения, что если увидеть, что и во время чтения 10 заповедей все слушают стоя, во время чтения остальных недельных глав все слушают сидя, а возможно, мы скажем тогда, что 10 заповедей отличаются в них более святость, чем в другие части Тора, а тогда, не дай Бог, не будет достаточно уважения к других частей Тора. Почему об этом мы не думаем? Значит, это не так просто.
Есть книга «Тшувот Харамбам». Книга, которую там Рамбам написал ответы на вопросы, которые ему писали. Там мы находим интересные вещи. Мы говорим о истории, которая произошла около 900 лет назад. Одна община, наверняка в Багдаде и в Ирак, написали Рамбаму следующую историю. Что у них община была традиция о том, что 10 заповедей, когда читается в Тора, и в эти 3 раза в год, читается именно Сидия. Исходя из сомнения, которое упоминается в Талмуд, что есть, что не видела это особое внимание 10 заповедей, чтобы, не дай Бог, не подумали, что другие части Тора не настолько важны. Но сейчас пришел новый раввин в их город. И он говорит, нет, 10 заповедей надо слушать стоя. Поскольку написано, что евреи, когда услышали 10 заповедей возле горы Синай, написано, «Ваитьяцву стоя», они слышали тогда 10 заповедей. И община начала с дилемма, как поступать. С одной стороны, у них есть традиция многолетняя, что ее основа – это то, что написали в Талмуд. С другой стороны, пришел раввин и говорит, новый раввин, что надо слушать стоя. У него тоже есть основа, что во время дарования Тора слушали 10 заповедей стоя. А как им поступать? Рамбам им запретил. Рамбам им говорит однозначно. Слушайте 10 заповедей сидя. Почему? По этой причине, которая упоминается в Талмуд. И поэтому Рамбам запретил. Но вместе с тем, 250 лет тому назад, когда жил известный мудрец Раб Хаим Йосеф Давид Азулай, известен как именно Хидо, Хидо пишет, что надо слушать 10 заповедей стоя. И он говорит, мудрецы в Талмуд запретили только внести в текст молитва. Но когда мы 3 раза в год слушаем 10 заповедей, и мы слушаем их стоя, это не является основа для такой сомнения, что может быть, не дай Бог, какие-то люди будут делать неправильные итоги и в результат этого поведения. Почему? Поскольку мы относимся к чтению Тора в течение каждый шаббат с огромным уважением и почетом. И единственное отличие – это то, что мы в этой главе мы слушаем стоя. Но в этом нет, что другие части Тора, мы, не дай Бог, воспринимаем не с такой почет и уважения. И поскольку это так, не надо настолько переживать, что может быть кто-то сделает неправильный вывод. И поэтому сказал, написал Хидо в своем книге, что это правильно. И он обосновывает себя на Медраш Раба. На глава на сов книга Бамидбар, где там написано, что в эти 10 заповедей это основа все 613 заповедей. И они достаточно достойны, что мы будем их слушать стоя. Видно, что эти 10 заповедей, чтение в Тора 10 заповедей, это не простое чтение в Тора. Это настолько дорого было для еврейского народа, что несмотря, что были мудрецы, которые сомневались, как Рамбам, все-таки большинство взяли на себя эту обича, слушает 10 заповедей стоя. Я вам скажу, даже в Египет, в той община, где Рамбам жил в ней, мы читаем, что они тоже слушали 10 заповедей стоя. Как это можно объяснить? Есть интересные слова, известный мудрец Хилел, автор школы Хилел, и в Талмуде в том Псахим, 66-й лист, и он говорит, «Ханах лэм ли Исраэл, им эй невиин хэн, бней невиим хэн». Он говорит очень интересную вещь. Когда еврейский народ соединяется к какой-то обиче, например, слушает чтение в Тора 10 заповедей стоя, не надо с ними спорить. Если они сами не пророки, они хоть сыновей пророки. И это значит, что то, что мы тянемся к этой обиче, это как какое-то пророчество есть у нас, поэтому мы тянемся к этой обиче. Исходя из этого, действительно существует в сегодняшний день традиция, которая объединяет весь еврейский народ. Что в эти шаббаты и праздник Шавуот, когда мы читаем в Тора 10 заповедей, мы относимся к этому с особой уважением, мы этого читаем стоя. И мы вызываем в Тора чтение 10 заповедей самой уважаемый, авторитетный человек, так принято, в качестве уважения к этот отрывок в Тора. Что мы учимся из этой истории? Во-первых, то, что в Тора она вся святая. Не дай Бог нам
разделить и сказать, это более важно, это менее важно. Поэтому мудрецы были настолько жесткие и в отношении выделения этого. Но и с другой стороны, мы видим поведение еврейского народа в течение всех поколений. Огромная любовь, огромное уважение к 10 заповедей, ибо они являются, как Рамбам говорит, основа нашей религии. И поэтому, друзья, в этот шаббат такой уникальной возможности, первый раз в этом году, 5781 год, когда мы читаем в Тора 10 заповедей, давайте будем объединяться там, где мы есть, объединяться в синагогах, там, где это возможно, при соблюдении всех правил и карантина везде, но послушать внимательно в Тора 10 заповедей, соединить себя к Тора, соединить себя к Всевышнему и брать на себя хороших решений в то, что касается больше изучать Тора, лучше исполнять заповеди. И это будет источник благословения Всевышнего для каждого от нас во все, что нам надо, в самых широких размерах.